Большая часть Европы сокрушена железной пятой оси. Союзники вынуждены отступать. Линии снабжения союзников перерезаны. Суэцкий канал — это линия жизни между Британией, ее владениями и ближневосточной нефтью, что делает войну в Северной Африке ключевой. Британская армия и войска оси встретились на границе Ливии и Египта. И линия фронта постоянно перемещается по западной пустыне, узкой полоской беспощадной земли между Средиземноморьем и Сахарой. Настал век механизированных сражений. Здесь царят танки. Я сошел на берег в Тобруке. Транспортное судно привезло подкрепление. Юношей, слепо бегущих к своей смерти. Им было неуютно рядом с такими людьми, как я. Мне наоборот. Большинство из них не выживет. Ромеля отбросили в ходе операции «Крестоносец». Но войска оси снова наступают на западную пустыню. Битва у Газала началась с отступления союзников и Ромеля у стен города. Некогда думать о тактике. Нас 35 тысяч, и у нас приказ. Удержать Тобрук. Снайперы, срочно на стену! Yeah.
Мне нужно с ним разобраться. И меня не услышат. Пора достать Вилрот. Ich habe ihn im Visier! Пора достать Вилрот.
alles in Ordnung. Thank you.
Минометы нейтрализованы. Пора проверить вершину. Мы потеряли Табрук, но моя работа привлекла внимание британской разведки. Они следят за генералом Францем Валеном, безжалостным протеже Гитлера, который был направлен в Африку с неизвестным заданием. Их агент в окружении Валена молчит, и они хотят узнать причину. Мой первый пункт назначения – оазис Габерун, транспортный узел Оси. Через него проходят отряды разведчиков и шпионы. Мой союзник – темнота. В этом районе несколько офицеров, отсюда я и начну поиски. Вокруг озера несколько холмов, как раз для моей винтовки. Если Вален был здесь,
Он оставил след. И я его найду.